свободу, честь, отчизну, потомках память на века вы заслужили. Отдельный авиационный отряд Федеральной службы безопасности России. Военнослужащие отряда выполняют специальные задачи в интересах российского государства. В парадном строю личный состав учебного центра МВД Республики Карелия. Выпускники учебного центра несут службу в городах и районах республики, а также выполняют специальные задачи в Северокавказском регионе. Многие из них награждены правительственными наградами. Второй парадной коробкой проходят сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Проходит подразделение судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелии. Служба была образована в 1970 году и в настоящее время успешно выполняет возложенные на нее задачи.
с активной жизненной позицией. Ребята, участники патриотической акции, мы помним, мы гордимся. Военно-патриотическую игру за 2012 приняли 4 команды в средний стол номер 5. Этим учителя очень достали. Учитель сказал: как вы мне надоели. Нет, я не шучу, так и было на деле. Он взял 2 корзины, но оторвал, а весил повыше, только достал. Баскет, баскет, баскетбол, мяч поймал, ударя в пол. Баскет, баскет, баскетбол, мяч поймал, ударя в пол. Баскет, баскетбол, мяч поймал, ударя в пол. Баскет, баскет, баскетбол, мяч поймал, ударя в пол. Землю лечь, так это ж только раз. Но
по гневному бойца не устрашит. И что положено кому, пусть каждый совершит. Поздравляю тебя, Господи, с победой! Поздравляю тебя, Господи, с победой!